Во Дворце культуры «Цементник» состоялся предновогодний концерт. Озорные и задорные гномыч и гномиха развлекали гостей и дарили праздничное настроение. Творческий коллектив «Цементника» подготовил расширенную программу праздника. Мы всегда готовимся тщательно, очень долго подготавливались, писали про сценарий, очень хорошо подходили к костюмам. Коллективы также представят сегодня новые номера и наши любимые номера, и песни, и танцы. Более 50 артистов участвовали в предновогоднем концерте. Ярким калейдоскопом были представлены вокальные номера, танцевальные и театральные постановки. Кроме премьер, зрителей порадовали и уже полюбившиеся номера и коллективы. Концерт получился ярким и запоминающимся. В предновогодней суете так важно сохранить ожидание чуда. Маленькие и взрослые звезды Дворца культуры «Цементник» подарили зрителям волшебство наступающего праздника. Программа, разумеется, у нас и танцевальные, и номера вокальные, и мы такие все бомбезные. А также хотим пригласить вас всегда-всегда ждем в Дворце культуры «Цементник». Юлия Тиунова, Евгений Стародубов, новости «Искровект».